утро, дорогие телезрители! И с вами ваша любимая детская передача «Мир, в котором я живу» и мы ее ведущие Эвелина и Диана. Давайте начнем эту передачу, этот день на волне позитива! Всем девчонкам посвящается! Ягода маленького папа крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная кандинка, хлопает глазами влево, вправо, потолок. Ягода что делает нас счастливыми? Конечно, знаю. Конфетки, тортики, леденцы, шоколадки. Но это не означает, что надо есть слишком много сладкого. Достаточно одного маленького кусочка. Ребята, а вы слышите этот сладкий запах каникул? Сказочное время без заданий. Ура! Каникулы! Я, кстати, в одной очень умной специальной книжке прочитала то, что лучший отдых – это смена деятельности. Классно. А какую деятельность мы будем выбирать? Долго спать и долго сидеть в телефоне? Ну нет же, у нас в республике столько мест красивых. Помнишь, мы ездили на Бадукские озера? Представляешь, как там сейчас красиво? Лес, точно терем расписной, меловый, золотой, багрян, веселой пестрой стеной стоит над светлой поляной. А как же обсерватория, Каракёль, Архыз, Домбай? Диан, ты только что не знала, чем заняться, а уже мест только красивых вспомнила. А обсерватория – это хорошая идея. Кстати, все маршруты и локации Карачаева-Черкесии будут доступны в многофункциональном электронном путеводителе. Разработка приложения стала доступной благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства Российской Федерации. И приложение будет доступно к App Store и Play Market? Совершенно верно! Специальная астрофизическая обсерватория – это научно-исследовательский институт Российской академии наук, которая была образована в 1996 году. САО РАН является крупнейшим центром наземных астрономических наблюдений в России. Обсерватория расположена в долине реки Большой Зеленчук у подножия горы Пастухова. К самому телескопу есть экскурсии, доехать можно на машине, дорога с хорошим покрытием. Эвелин, а как насчет интересного детективчика? О, детективы я люблю. Нэнси Дрю, Энола Холмс, Секретный ключ. А для детей помладше я советую Холли Веб, Секрет ворчаливой такси и Мэйзи Хитчинс, Египетский ребус. Я сейчас читаю вот эту книгу, она очень интересная.
Диан, а ты знала то, что читая детективы, можно не только приятно провести время, но и обрести интересные навыки? Когда человек читает детектив, он развивает свои логические способности и активизируется работа мозга. Вперед за дедукцией! Как жаль, что наш выпуск подходит к концу. Но грустить нам будет некогда, ведь впереди каникулы. Я, кстати, к следующему выпуску собираюсь прочитать еще две умные книжки. Да пока ты будешь читать эти две умные книжки, я уже буду читать восьмую книжку. Мы посмотрим, кто к следующему выпуску больше фактов соберет. С вами были Эвелина и Диана Ташевы. Если что, мы сестры. До новых встреч на канале Россия. Пока-пока. Эй, все друзья, кто меня знает, прямо сейчас, пользуясь случаем, шлю